рота почетного корола Брема! Остальные направо! Фу! И станция Надова Ленинова! Нопли! Чо! Равнение направо! Шага! Начинается торжественный марш. Первыми на площадь выходит взвод барабанщиц Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. Яркий и красивый коллектив является гордостью визитной карточки института. Если не обладает только силовой подготовкой, парадные расчеты войск Центрального военного округа. Возглавляя строй командующий парадом гвардии полковник Алексеев. Парадная группа, которая выносит знамя победы, государственный флаг Российской Федерации и знамя вооруженных сил Российской Федерации. На площади парадный расчет роты почетного караула в форме сухопутных войск, военно-космических сил и военно-морского флота. Рота почетного караула представлена офицерами 91-й бригады управления. Возглавляет парадный строй командир роты капитан Москвичев. Не надо туда подходить. Не мешайте нам. Первым в головной части парада юноармейский отряд. Командование предоставило юноармии почетное право идти перед воинскими расчетами. На марше юноармейский отряд «Дозор» Самарской школы номер 108. Присяги. Молодое поколение привел генерал армии, герой Российской Федерации Александр Иванович Баранов, возглавляя парадный расчет Александра Кузнецова. Военный парад продолжает парадная рота офицеров управления 2-й гвардейской общевойсковой дважды красноармейской. Развивается штандарт командующего 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Возглавляет парадный расчет начальник оперативного штаба гвардии полковник Довин. По площади Куйбышева идут три парадных расчета единственных сухопутных войсках Российской Федерации 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады, которая полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена современным вооружением и военной техникой. Возглавляет расчеты командир бригады полковник Авдеев. За командиром идет парадный расчет в российской экипировке нового поколения «Ратник», который также именуется комплект солдата будущего. Второй и третий расчеты одели в российскую форму новой разработки. Это повседневная форма и форма для несения службы в условиях жаркого климата. Продолжают торжественный марш парадная рота 21-й гвардейской отдельной Омско-Новобукской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого мотострелковой бригады. Это самая большая мотострелковая бригада вооруженных силах России. Возглавляет парадный строй начальник разведки бригады подполковник Лагунов. На площади 30-я гвардейская цель мотострелковая Уническая, ордена Ленина краснознаменная, орденов Богдана Хмельницкого первой степени, Суворова Кутузова Александра Невского бригада, которая была вновь сформирована 1 декабря 2016 года в поселке Рощинский. Командует парадным расчетом командир бригады полковник Безделев.
На площадь выходит парадный расчет 91-й Келецкой и дважды орденоносные бригады управления 2-й гвардейской армии. Парадный расчет возглавляет начальник штаба бригады подполковник Морозов. На площадь выходит 385-я гвардейская, Одесская, краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени, артиллерийская бригада, которая была сформирована 23 июня 41 года. По итогам 17 года бригада является лучшим артиллерийским соединением в Центральном военном округе. Во главе расчета заместитель командира бригады подполковник Сурков. На площади парадный расчет 234-го отдельного радиобатальона особого назначения. Военнослужащие батальона владеют иностранным языком.